Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о различных материалах для мягкотканной пластики, включая аутогенные трансплантаты, то есть взятые от самого пациента, а также заместители аутогенных трансплантатов, может быть, это бесклеточная дермальная матрица, коллагеновая матрица. И вместе с вами посмотрим, какие же правильные показания для данных мягкотканных трансплантатов, потому что эта тема очень интересная и крайне актуальная, и многие участники моих вебинаров и практических занятий спрашивают, когда вы используете коллагеновую матрицу, когда вы используете синтетический трансплантат, когда вы используете свободный десневой трансплантат. Мне кажется, что это крайне важная информация, которую мы должны обсудить по ходу данной лекции. Опять же, это модуль номер 2, лекция номер 2 из серии лекций, которые я подготовил в сотрудничестве с Академией Aurum. Но того, как мы начнем с вами обсуждать характеристики каждого вида мягкотканного трансплантата, я хочу как раз вас познакомить с двумя новыми концепциями, которые являются производными от новой классификации, принятой заседанием рабочей группы экспертов-парадонтологов, и как раз комментарии данной классификации от доктора Авила Ортис и коллег, касающиеся переимплантатного и парадонтологического фенотипа. Сюда включается компонент и костные мягкотканы. Сегодня мы говорим только о мягкотканном компоненте. Мягкотканный компонент для парадонтологического фенотипа – это ширина керантизированной ткани и толщина десны. И вокруг имплантатов это называется толщина кератинизированной слизистой и толщина слизистой. У имплантатов есть еще и другой компонент, вертикальная толщина слизистой, то, что называется супракристальная высота мягких тканей. Вы видите маркировку на фотографиях мукогенивального соединения, которое разделяет прикрепленную слизистую и подвижную альвеолярную слизистую. Мукогенивальное соединение разделяет два различных вида эпителия. Корональное мукогенивальное соединение у нас кератинизированная ткань или вокруг зубов и кератинизированная слизистая в области имплантатов. И опекание этой линии – это подвижная альвеолярная слизистая ткань неудовлетворительного качества и которая не прикреплена. И когда есть возможность, мы бы хотели иметь кератинизированную ткань, кератинизированную слизистую, окружающую зубы или дентальные имплантаты. И начиная с знаковой статьи Ланга Эло 1972 года, было определено, что для достижения здоровья тканей парадонта нам требуется как минимум 2 мм кератинизированной ткани, и один из этих 2 мм должен быть прикрепленный десной, то есть та десна, которая стабильна и не будет подвижна, когда вы будете двигать щеку и при функции, например, при приеме пищи. И начиная с этой статьи, некоторые другие авторы, в принципе, подтвердили данную теорию, что наличие 2 мм кератинизированной ткани в области зубов является критически важным для сохранения здоровья десны. И серия продольных исследований проводилась для того, чтобы продемонстрировать, что возможно сохранить здоровье ткани парадонта и без прикрепленной десны. Однако это было хорошо для пациентов с высокой степенью кооперации, потому что пациенты, которые продолжали принимать участие в данных исследованиях, они не могли поддержать здоровье тканей парадонта в участках, где было минимальное или отсутствие количества кератинизированной ткани. Но что интересно, что участки, где проводилась подсадка свободного десневого трансплантата для увеличения кератинизированной ткани, даже у пациентов с низкой степенью кооперации и плохим гигиеническим уходом, у них на контрольных осмотрах не выявлялись воспаления и не отмечались десневые рецессии. Поэтому, исходя из данных исследований, кажется, что проведение мягкотканной пластики, увеличение тканей для достижение большего количества кератизированной ткани и увеличение толщины десны также будет иметь благоприятные последствия. И также Агуду и коллеги провели ряд исследований, где они проводили отслеживание за временем в периоде 25-30 лет, как раз за участками, где проводилась подсадка свободного десневого трансплантата для увеличения толщины ткани, особенно ширины кератинизированной ткани. Эти участки сравнивались у того же самого пациента с непролеченными участками противоположной стороны. И было выяснено в ходе данного исследования, что на участках, где проводилась подсадка свободного десневого трансплантата,